Digma Mi Magic Cube E. Портативный проектор с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi. В комплекте с устройством идет руководство пользователя, кабель microUSB, зарядное устройство и пульт дистанционного управления. Перед нами небольшой проектор размером 6 на 6 см, выполненный в форме куба черного цвета с белыми гранями. Весит кубик 340 грамм, поэтому его удобно перевозить в ручной кладе. На передней панели устройства находится объектив, а сбоку расположился регулятор резкости изображения. Сзади находится порт USB, выход для подключения наушников или колонок и порт microUSB для подключения зарядного кабеля. Сверху проектора расположились прорезиненные кнопки управления. Снизу находится резьба для установки устройства на штатив. Проектор показывает изображение в разрешении Full HD с максимальной диагональю в 120 дюймов. Яркость светодиода проектора составляет всего 50 люмен, поэтому лучше всего устройство проявит себя в затемненных помещениях. Digma Mi Magic Cube E обладает встроенным аккумулятором, которого хватает на 3,5 часа непрерывной работы. Встроенный динамик мощностью 2 Вт может показаться недостаточно громким, особенно если вы смотрите в большой компании, поэтому внешние колонки не будут лишними. Управляется проектор с помощью небольшого пульта управления с функцией аэромыши. Проектор поддерживает трансляцию с устройств Android и iOS с помощью встроенных модулей Wi-Fi и Bluetooth. Само же устройство работает на базе операционной системы Android, которая установлена на 16 гигабайт встроенной памяти. Такой гаджет пригодится любителям смотреть кино на даче, где может не быть интернет-соединения.